На добродушный прием 63-летнего жителя Рузаевки его 41-летний приятель ответил совсем недружеским поступком. Вместе с хорошим настроением он вынес из квартиры потерпевшего 80 тысяч рублей. Мужчины встретились, чтобы вместе отдохнуть и выпить, но эти посиделки обошлись для хозяина квартиры недешево. Гость знал, что приятель хранит сбережения в вазе и просто не смог устоять, оставшись с тайником один на один. Хозяин квартиры отлучился, курить вышел на балкон. В этот момент я украл у него денежные средства. Присвоив чужое, мужчина не сразу покинул место преступления. Он продолжил дружелюбную беседу, как ни в чем не бывало. А потом мирно попрощался и пошел домой, где обрадовал свою возлюбленную. Он отдал ей деньги и сказал, что это его зарплата. Женщина, неуверенная фигуранта, потратила часть похищенного на покупку одежды. Мужчина был задержан полицейскими. Оставшиеся 52 тысячи рублей изъяты. Задержанный мужчина не стал молчать и все рассказал. Причина ответить преступлением в ответ на гостеприимство потерпевшего оказалась банальной. Нуждался деньги. Вину свою признаете? Вину свою признаю. Содеянным раскаиваюсь. Кстати, на преступление мужчина решился не впервые. Ранее он был неоднократно судим. И во время совершения кражи уже находился под административным надзором. Следователями следственного отдела ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кражи» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дарья Баргова, программа «Происшествия».